Валерий. Самое дорогое отрываю от сердца. Для вас поет моя супруга, заслуженная артистка Марина Исипенко. Дорогие челябинцы, я хочу поделиться с вами маленькой радостью своей. Олег стал писать песни не только для себя, не только для кино, но и для театра. И я как актриса режиссеру Валерию Ахадову, всем лауреатам и всем мужчинам, присутствующим в этом зале, я посвящаю эту песню. Желаний во мне, все это так опрометчиво. Я уже ангелам и сатане все отдала, больше нечего. Вы меня бросите в этом огне, и жизнь пролетит, как минута. Ах, не будите желаний во мне, это опасно и глупо. Ну что сказать еще, когда таком над озером закат? И если жизнь разбитую не брать в расчет, никто ни в чем тогда не будет виноват. Ах, не будите желаний во мне, хватит недоразумений нам. В жизни ошибок довольно вполне, чтоб отдаваться волнениям. С этой минуты забудьте меня и не смотрите уныло. Пусть в этой прозе вчерашнего дня все остается, как было. Ну что вы можете сказать еще, когда таков над озером закат? И если жизнь разбитую не брать в расчет, никто ни в чем тогда не будет виноват. И если жизнь разбитую не брать в расчет, никто ни в чем тогда не будет виноват. Заслуженная артистка России Марина Исипенко. Спасибо, дорогие. Ну вот, не то что в начале, наконец-то меня признали челябинской девушкой.